конечно, есть талантливые ребята, но им очень много еще работать. Вот эта шайба, третья, все-таки забивают. Ну, вот так, пожалуйста, Шидик. По-моему, это дубль. По-моему, это дубль Аношко. Да, Аношко ведь забрасывал вторую шайбу. Дает Атлант своим соперникам. Две шайбы забросил против Динамошинник. Две шайбы забросил Атлант, но Динамошинник снова забрасывает. Это Аношко. И гол в большинстве от Динамошинника. Наконец-то сработало численное преимущество Бобруйчан. Или 2-0. 2-0, все очень красиво, легко и просто здесь состоялось. И поучаствовал в этой атаке, в том числе лучший бомбардир лиги. Она не уходит под контроль Тайфуна, то есть не дается шайбе даже в среднюю зону выброситься. Тишвили. Еще раз на Михалёва. Ой, здесь раз и сыграл, ну как! Это неплохо. Ничего себе неплохо. Ничего себе, ребята вырисовывают пятую шайбу. 5-0. Аношко! Аношко забрасывает. А кто же там эту передачу за ворот делал? Вот у меня вопрос. Михалёв? Михалёв. Борьба идет. Михалёв. Хорошая позиция. Сетишвили. Добивать надо. И 5-1. Аношко. 5-1. Я так думаю, что команда, по идее, должна остаться здесь. Ну, это обычная практика. Так, моменты. Ой-ой-ой, это гол. Аношко 3-2. Аношко все-таки забивает свою шайбу. Соответственно, кто-то из молодежки поднялся. В общем, идет обычная вот эта вот лестница. Так, момент гол. Вот. Момент гол. Забивает Иван Аношко. Ну, теперь, наверное, точно нет вопросов, кто забил. Там такие броски были, такие моменты игроков Шинника, что спасти свою команду не мог. И еще моменты. 8-3. Иван Аношко. Иван Аношко забрасывает. Восьмая шайба. И, соответственно, 18-й гол для Аношко в этом сезоне.